Добрий день, це вас турбує психіатрична лікарня. Мені потрібно вам поставити діагноз. Я тебе звук убрал, ты когда угомонишься, подними руку, я тебя включу и начни по новой нормально говорить. Ну, ты сам этого захотел, брателло, сам. Никто тебя за язык не тянул и руку не поднимал. Ну, чего там. И в себе. Про лекарню, про психологическую, психиатрическую начал говорить. Видимо, ему нужно. Куда? Я город Тверь. Понятно. Как вам? В России живется. Спасибо, хорошо. Понятно. Кстати, новости смотрите? Новости? Ну, иногда смотрю, иногда нет. От времени зависит. Понятно. Объясните, что случилось вчера в Крыму? Разные версии. В новостях одна. Украинцы рассказывают другие новости. Версии, вернее. Хорошо, начинайте с вашей. Слушайте, по нашим новостям, там произошла детонация боеприпасов на отвале. Хорошо. Вот скажите, а вам это ничего не напоминает? Например? Например, крейсер Москва. Крейсер Москва? А где здесь аналогия? Ну, там тоже матросы покурили и детонировали боеприпасы. А кто это сказал? Скобеева. Ну, неправда. Когда это она сказала? Ну, после того, как крейсер Москва пошел под... Я вас перебью. Я хотел уточнить. Я так понимаю, вы украинец, правильно? Судя по тому, что как вы начинаете врать. Киваете головой. Почему? Я угадал. Это у вас брат? Нет, ну вы же кивнули мне. Все, я понял. Вы украинец, поэтому вы врете. Ничего. Все, я теперь понимаю. Так, дальше что? Какие еще фейки вы накидаете мне? Давайте. А давайте докажите, что это неправда. Чем докажете? Доказать что? То, что по вашим новостям говорят. Доказать что? Ну, например, крейсер Москва. Ну так это ж вы озвучили, значит, вы должны доказать. Тупик. Ты, оказывается, не только врун, ты еще немножко туповат. Я не думал, что он так сольется вообще. Для него это шок был, по-моему. Это для него высшая математика в логике. Настигли меня феромоны души, я нашел ту, которая заставила жить, прости, да за минуты не с тобой, трендел, когда я тут еще паря чудной мэтик в бита. Я тебе звук выключил. Хочу напомнить тебе о том, что мы вчера виделись уже, но ты оказался глупым малышом и слился. И что ты сделаешь сейчас? Что ты там трендишь? Вообще непонятно. Я же говорю тебе, я тебе звук понизил. Звук тебе понизил. Да, звук тебе понизил. Да, звук тебя понизил, чтобы ты не трындел. Вот когда ты научишься слушать, подними руку, и я тебе звук включу. Понял меня? Ну, давай. Иди в пешее эротическое путешествие. Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Вы из России? Да, город Тверь, а вы? Вот на что хватает человека зайти под российским флажком и выматериться. Офигеть, черт. Старичок, старичок, в голове растет сверчок. Сейчас, секундочку. Значит, как определить украинца в чат-рулетке? И что он должен делать в чат-рулетке? Давай. Вы тупые. Седьмой пункт. Вы ничего не знаете. Настроить как можно хуже звук, чтобы было эхо и не слышно.
Классная методичка, я вообще просто. Балдею, вообще просто сходится, вообще 15 пунктов. Сходится с ребятами с Украины вообще просто. Алло. Алло. Да-да, шо там? Да не шо там. Шо чё ты? Да не шо. Не шо? Не шо, не шо. Все без изменений. Как всегда, как по методичке. Плохая связь, пол лица, вижу украинца. Все по плану? Все по Хуйловскому плану? У вас, да, у вас все как по плану. Все, ну, все, как у вас все там задумало в свои, бля, ебанутие российскими. Смотри ты, как тебе подорвало пукан, дорогой ты мой. Украинский друг. Давай, давай, жги. Жги глаголом. Дурачок. Ой, это же хребет вообще дебилоидов. Тут-тут-ту, запикать надо будет. Шо? Не шо. А шо улыбаешься? Вас увидел, вы такой смешной немного, без обид. Поэтому и заулыбался. Вы молодец, вы в рулетке позитив несете. Зачем смешной? Вид у вас смешной. Дышите смешно. Лежите так смешно. Много факторов. Вот так. Ну вот так, конечно. Давайте. Возлежите. Возлежите на кровати. Соизвольте поговорить. Что расскажет? Что? Что расскажет? Да я хотел вас послушать, что вы скажете. На какие темы общаетесь? На разные. Як вам новость? Да, як новость? Яка? Прилет в Крым, як вам? Яка? Яка новина? Як вам прилет в Крым? Крым? Что прилетело? Ваше мнение? Ну, типа. Ну, там прилета не было. Не было? А что там было? Ну, типа, мне кажется, то сдетонировало что-то там, типа. Кусь постарался. Ну, всякое бывает. Ладно, это новость так себе. Вы там как бы... Ваша маленькая перемога. У меня другой вопрос. Вот как вам новость, что 10 человек граждан Украины Зеленский своим указом в нарушение закона лишил гражданства Украины? А сами вопросы? А? Я не чув про себя просто. Не чув? Не. А шо так? Спал? Спал? Обоснуйте побольше информации, дайте, я не чув. Ну, просто. Короче, там... Корбан, Коломойский и еще 8 человек, и их лишили гражданства Украины. То есть у вас закона нету, по которому можно лишить гражданство украинца, а он взял и лишил их гражданства. Хотел тебя, как украинца, спросить, как ты к этому относишься? Разве значит, это было... Значит, было за что? За что? Ну, это же не по закону. Причина, да? Ну, причина, может, и была, но это же не по закону. Или ничего? Ой, ебать. Эй. Коба казал, а у вас все по закону. У нас да. Так бывает. У нас все по закону. А у вас все по беспределу. Поэтому вот такая Серьезно? Ситуация сейчас на Украине. Потому что вы смеялись и говорили, скакали и говорили, что... А теперь вот так. А теперь нас за что? Зато. Я хуею. Не ругайся матом. Че, заболел ты? Я серьезно, заболел что-то? Ты болезненно выглядишь. Мало я. Ну ладно, не буду тебя больше мучить. Лечись. Ты выходи из рулетки, выпей что-нибудь. Лекарства каких-нибудь. Вылечись. Хорошо. И все будет шо? Шо? Як было? Ну и такой. Ну что он болеет? Ну о чем с ним разговаривать? Он... Даже не праздновал победу большую в Крыму. Ну, не может он, сил нет у него.
Ой-о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 й